Только что приняли заказ, жирный такой. Вортем туда-обратно. Посмотрим, сколько выходит. Ждем пассажира. Было указано наличными. Посмотрим, сколько у нас надо будет время, чтобы идти. 1:30, 88 километров. Примерно будет 2000 чем-то, потому что я принял заказ с коэффициентом. Посмотрим. Доехали в город Артем на Леруа Марлен. Ждем пассажира. Он вышел, что-то должен забирать. Оставил свой зарядник, чтобы я его подождал. Ждем, если будет ожидание, там 5 или 10 минут, сумма изменится. Если нет, ну, 2073 рубля, тоже нормально. Обратно примерно 45 километров 38 минут. В пути были 1:15. Там было платное ожидание 2179 рублей. Ожидание было где-то 9 минут. Спасибо за поездку.